Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил ход строительства офиса врача общей практики в пригороде Лесное. Очень достойно сделал застройщикам офис врача общей практики. Очередная история спасения пациента в Видновской районной клинической больнице. Нельзя ни в коем случае не паниковать, не поддаваться плохому настроению. Новый эко-рынок открылся в ЖК «Бутово парк». Хотелось бы, чтобы вот такой цивилизованной торговли было больше. Одна из приоритетных задач администрации Ленинского городского округа – социальное развитие территории муниципалитета, создание комфортных условий для проживания людей в новых микрорайонах. Глава округа Алексей Спасский проверил ход строительства офиса врача общей практики в пригороде Лесное. О результатах визита расскажет Юлия Погосян. Вопрос открытия медицинского учреждения в микрорайоне пригород Лесное назревал давно. Над выполнением этой задачи работал застройщик территории. Сейчас можно с уверенностью сказать, что офису врача общей практики быть, ведь для его открытия все готово. В отремонтированное помещение уже завозят необходимое оборудование. Сам офис врачебной практики, у него достаточно ограниченный функционал, но однако вот мы уже здесь применяем в нашем Ленинском городском округе такую практику, что у нас выезжают бригады узких специалистов, в том числе и для взрослых, и для детей, и они могут выезжать в любое лечебное учреждение, в том числе и в амбулаторию, и в ФАП, и врачебный офис. Так что я думаю, что функционал мы его расширим, который будет действительно полезен и удобен для наших жителей. Сейчас застройщик готовит документы, чтобы передать лечебное учреждение в муниципальную собственность, после чего местная администрация сможет предоставить офис врача общей практики в Видновской районной клинической больнице. В помещении площадью более 300 квадратных метров доктор будет принимать как взрослых, так и детей. Добротная мебель. В каждом кабинете мебель, умывальник. Достойно. Спасибо. Спасибо. Готовность лечебного учреждения к сдаче проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который отметил, что медицинский вопрос в округе потихоньку, но все же решается. Несмотря на то, что за последние пару лет и отремонтировано несколько поликлиник и введено в эксплуатацию так называемая южная поликлиника, можно говорить о том, что динамика есть, но недостаточно. Население стремительно растет, большое жилищное строительство. Вот сейчас мы с вами находимся в Мисайлово, в пригороде Лесное. Да, и вот очень достойно сделан застройщиком офис врача общей практики. Но четко понимаем, что вот те запланированные две поликлиники, взрослые и детская, которые здесь стоят по плану строительства, они просто жизненно необходимы. А вопрос с поликлиниками застройщик собирается закрыть в третьем квартале 2024 года. Также в планах у нас в проектировании находится еще два детских садика, плюс еще школа на 1100 мест и детская и взрослая поликлиника по 500 мест. Помимо этого, в следующем году застройщик планирует ввести в эксплуатацию два детских сада, а школу сдать в начале 2023 года. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках федерального проекта «Народный контроль» активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» провели мониторинг государственных и частных аптек городского округа с целью фиксации завышенных цен. Также они проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Хотели вам предоставить масочки для проезда в общественном транспорте, потому что чревато то, что оштрафуют и, соответственно, как бы нужно быть в маске в данное время. Не наказывать, а предупреждать – такова цель проверки соблюдения масочного режима на общественном транспорте. В акции в рамках проекта «Народный контроль» приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии». Выкидывайте свою старую маску, вы знаете, их надо менять каждые 3 часа, поэтому пользуйтесь на здоровье и будьте здоровы. Спасибо. Тем, кто не соблюдает масочный режим, в Подмосковье может грозить солидный штраф. Но большинство граждан понимают, что не из-за страха наказания нужно носить маски, а ради здоровья ближних. Как относитесь к тому, что сейчас вот такие условия, масочный режим? Ну, в принципе, правильно. А как иначе? Соблюдать надо. Это правильно, когда все едут вместе в замкнутом помещении, это неизбежно. Маску дали, а у вас своя там была вообще? Да, да. Да, несколько даже еще с собой. Инфекция же распространяется, поэтому нужно четче заботиться о правилах и носить, конечно же, маски. Участники акции, которая прошла на станции Расторгуева, отмечают, что убежденных антимасочников – единицы.
Я сегодня ни одного человека не встретила, который там категорически говорит: нет, маски не ношу, прививаться там не буду, вообще я против, в это не верю. Уже ушла эта история. Сейчас вот каждый, с кем мы беседовали, совершенно четко понимает, для чего нужны маски. Не для того, чтобы тебя не оштрафовали, а для того, чтобы защитить себя и окружающих. Еще один рейд, который провели в этот день активисты местного отделения партии «Единой России» и «Молодой гвардии» по видновским аптекам. Здесь фиксировали завышенные цены на противовирусные препараты. Есть аптеки, например, у нас вот 36,6. Вот там цены такие кусающиеся. И вот аптека, которая у нас в Пятерочке, тоже она меня там настораживает. Как показал рейд, в части аптек цены действительно завышены, но есть и такие, которые стараются не спекулировать на здоровье граждан, а незначительный рост цен объясняется сезонными факторами. Вы в этой аптеке часто бываете? Да, всегда сюда захожу. Нормальная. Устраивает. У нас есть карта Горздрава, так что идут бонусы, поэтому мы немножко заинтересованы даже этим. Противовирусные как? Не подорожали вот в связи с... Немножко дорожают. Вот идешь, допустим, раз, через месяц уже подороже. По итогам этого рейда будут составлены обращения в Роспотребнадзор, которым приложат товарные чеки в качестве доказательства нарушения. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе сохраняется высокий процент заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю был зарегистрирован 221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Медики борются за каждого и вытаскивают даже, казалось бы, безнадежных пациентов. Об очередной истории спасения наш следующий сюжет. 65-летняя Людмила Павловна Вапилова из города Ступино поступила в коронавирусный стационар в РКБ еще 4 октября. Говорит, соблюдала все меры безопасности, носила маску, перчатки в общественных местах, старалась лишний раз не выходить из дома, прививку не делала. У меня сахарный диабет, у меня была операция онкология, молочный рак молочной железы, и мой онколог, ведущий, мне просто не советовал вакцинироваться. При поступлении в стационар поражение легких было не таким уж и большим – 25%. Но, несмотря на лечение, состояние Людмилы Павловны продолжало стремительно ухудшаться. Несмотря на проводимое лечение, к сожалению, не удалось избежать цитокинного шторма, прогрессирование дыхательной недостаточности, на пике заболевания процент поражения легочной ткани был около 80%. «Было тяжело», – вспоминает она. «Многого просто не помнит. Но благодаря медикам сумела победить болезнь». «Нельзя ни в коем случае не паниковать, не поддаваться плохому настроению. Что-то, если там отдышка или кашель, это все процесс. Надо все это пройти, но настрой должен быть только на выздоровление». «Врачи просто замечательные. Лечат от души. Все, что могут, делают». Сейчас Людмила Павловна чувствует себя почти здоровой и готовится к выписке. Дома ее ждут муж, дочка, сын и 5 внуков. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Купить все самое свежее и экологически чистое, да еще и в одном месте. Все это легко можно сделать на эко-рынке, недавно открывшемся в ЖК «Бутово парк». Екатерина Коваленко стала одним из первых покупателей. Настоящий рай для гурманов и самых взыскательных покупателей. Вот первое, что приходит в голову, когда оказываешься на новом фермерском рынке, открытом в ЖК «Бутово парк». Теперь местным жителям не нужно ездить куда-то далеко за качественными продуктами. Все самое свежее и вкусное прямо рядом с домом. В Москве как бы развиваются всякие депо, там приходишь и кафе, и продукты, то, что мы решили в Московской области, вот в Винном, первый открыть такой гастроном и красивый. И здесь продаю все от производителя, от всех, то, что все следим за качеством. Тут все создано для комфорта покупателей. Удобная парковка, максимально открытый формат помещения и, главное, отличный выбор свежайших товаров. На площади более 500 квадратных метров собраны разнообразные продукты, которые радуют глаз и ласкают слух словами «эко», «био», «без ГМО». Зелень у нас из Краснодара, мы сами выращиваем семейные. Мама выращивает, я продаю. Все чистые продукты.
Представленный ассортимент из разных регионов нашей страны. Так, качественные колбасы, мясные деликатесы и рулеты из Тамбовской и Рязанской областей. А молочные продукты и вовсе из Беларуси. О качестве товара можно судить не только по вкусу. Здесь все дают попробовать, но и узнав срок годности. У нас все свежее, срок годности 3-4-5 дней. Несмотря на то, что сегодня только первый день работы фермерского рынка, здесь уже многолюдно. Покупатели приходят за вкусной, качественной едой и выбор свой делают не в пользу супермаркетов. Давно уже ждали этого открытия. Прекрасный ассортимент, все свежее, все отлично, здорово. Хотелось бы, чтобы вот такой цивилизованной торговли было больше. Нам не нужны открытые палатки, в общем-то, антисанитария. Хотелось бы, чтобы были представлены уютные торговые точки. Все здесь очень свежее и красивое, очень вкусно. Буду приходить постоянно. К тому же покупатели еще и выбирают рублем, а это, как известно, самое справедливое голосование. На фермерском рынке приятная ценовая политика. Кстати, по понедельникам здесь будут специальные акции для пенсионеров. У нас каждую неделю, раз в неделю будет производиться скидки и акции для пенсионеров и детей ветеранов войны. А в ближайшее время на экорынке появится еще несколько павильонов. Так, на днях здесь откроется лавка с домашним хлебом. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В рамках недели доброты и щедрости в Ленинском городском округе прошло много благотворительных акций и мероприятий. В двух салонах красоты города Видное члены общества инвалидов могли бесплатно сделать стрижку и укладку. Целый день мастера салона красоты обслуживали особенных клиентов. Члены общества инвалидов могли сделать стрижку и укладку совершенно бесплатно. Конечно, мы спросили всех желающих, кто у нас состоит в обществе инвалидов, кто сможет сегодня приехать. У нас не только взрослые люди, да, есть и мамочки, есть и даже детки дошкольного возраста, которые сегодня смогли прийти в салон, потому что приглашают абсолютно любого человека из нашего общества инвалидов. Как рассказала руководитель салона красоты Светлана Федотова, они уже не первый год принимают участие в благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Не только в этот день мы помогаем деткам, мы кое-кого взяли на патронаж, дети приходят к нам и в течение года. Я очень рада и горда за своих сотрудников, которые с удовольствием принимают в ней участие, потому что это непросто, да, не каждый человек способен, это определенная работа, это определенная энергетика. И у нас сегодня вышли почти все мастера, и полная посадка, у нас все места рабочие заняты, с удовольствием они работают. Мы очень рады всех принять у нас, все такие хорошие, веселые пришли, с хорошим настроением. Мы всегда будем ждать. Нас никто не заставляет, мы это делаем с удовольствием. И у каждого есть возможность сделать добро. Надо воспользоваться этим. Мастера старались найти подход каждому посетителю, учитывали пожелания в выборе стрижки. Елена Павлова и ее дочь Татьяна остались очень довольны обслуживанием и новыми прическами. Я здесь впервые, очень-очень благодарна, прекрасно. И салон, и мастера, и руководитель. Светлана, все замечательно. Спасибо большое. Я люблю короткие стрижки. Мне очень идет, смотрится красиво. Я благодарю свою мастеру Анжелику за то, что я попала к ней, и она мне помогла подобрать красивый образ. Вот. Мне очень понравилось. Спасибо. Бесплатно подстричься в этот день людям с ограниченными возможностями здоровья можно было еще в одном салоне красоты, расположенном в микрорайоне Зеленой аллеи. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.